Итак, ось для переднего колеса. Общая длина ее составляет 225 мм. Минимальный диаметр 15,8. Это как раз для крепления педали. Длина этого диаметра 42,5 мм. Затем идет диаметр 15 мм длиной. Диаметр 17 мм, длиной 15 мм. Это как раз посадка для подшипника. Ну, шейки, разумеется, симметричные. Пруток диаметром 25 мм, поэтому я сейчас предварительно обработаю, а потом уже в центрах произведу чистовую обработку. Я зацентровал с обеих сторон. И с одной стороны вместе... Макс, туда положу. Центровочным отверстием проточу наружный диаметр, чтобы таким образом база была. Используя кулачки с заточкой, чтобы был упор. Семь с половиной. Протачиваю на длину 57,5. Диаметр 18 мм. Диаметр 21 на проход до кулачка. Теперь диаметр 16,5 на длину 42,5. Это, как еще раз напоминаю, диаметр для установки педали. Вероятнее всего здесь будет укорачиваться, потому что длинновато. Так, все, предварительно эта сторона обработана. Переворачиваю то же самое с обратной стороны. Шейки симметричные.
Так, зажму. Также диаметр 18 на длину 57,5. Так, все. Детали остывать. Хомут. Там 15,8. Диаметр под посадку подшипника 17 соточков плюс я дам. Thank you.
Такие диаметр 20. Так, одна сторона готова. Ну вот ось. Фланец я не стал показывать, потому что там, в принципе, все элементарно. То есть наружный диаметр фланца 85 миллиметров. Длина этого как раз диаметра 85, 5 миллиметров. Длина посадочная 37, обработаю ее на 36,9 по диаметру посадочного отверстия в ступице 7 миллиметров. И здесь будет 4 отверстия. То есть вот так вот будет все это выглядеть. Линейное смещение будет выверено на месте уже и обварится. И ось будет установлена в колесо и прикручена четырьмя болтами. С этой стороны тоже будет промежуточная втулка, а также диаметр отверстия 20 мм по оси и наружный диаметр 36,9 по внутреннему диаметру ступицы колеса. Здесь подшипники, ну а здесь уже педали будут. Ну и, в принципе, пока все. Ты же начнешь по месту варить. Так, а вот эти вот отверстия болтовые, отверстия, говорю, гайки, они будут где, по бокам, да? Скорее всего, да. Так будет, то есть вниз будет вот так. Сюда будет стоять она. Тут все выверить сверху. Ну и надо, что, прихватывать, мышки эти. Педали не прикидывал? Нет. Там 15,8 вроде как это. Там еще же, по-моему, срез сделать. А, там же под клин. Да, там. И одну половину придется, ты не знаешь, точить ее, честно сделать. А, звездочка? Да, звезду получается развальцованную. А. Все, звезду сточиться. А так педаль, что педаль. Ну, педаль. Нормально. Ну это уже, то есть сейчас вал соберем, вилку приварим, так понимаю. Потом уже, ну выставить ее вправо, сейчас подмерится, не знаю. Мне кажется, это и вот это, они одинаково должны быть. Ну, наверное, они симметричны. Да. То есть, по идее, вот этот выступ, вот этот выступ, они должны потому быть. Потому что они же, по сути, как центр получаются. Да, и от них уже там плясать, ну, выставляться, типа, одинаково выставить этот основной вал. И там уже привариваться это. А что, варить, в принципе, варить, в принципе, это можно и снаружи, да, здесь или изнутри? Тут ну, можно... Мишка тут прихватит, наверное, да? Конечно, прихватит. Чтобы вот этот линейный размер и выловить. Снаружи можно, а тут и изнутри вон там. Он... Хотя изнутри... Но ему все равно, ему надо будет прихватиться, чтобы обварить потом. А может, внутри не получится, потому что она же упирается вон туда. Хотя, ну, получится, я думаю. Не помешает? Кажется, нет. На упор, вот он, не видишь, там сколько расстояние. Угу. Кстати, это выкинул ту железяку, которую ты притащил. Да, не пошла? Она не точится вообще нифига. Фига, а что за железяка какая? Ну, что-то крепкое было. Тут я уже попросил олейник, он отрезал 15 миллиметров. Угу. Питак. Ну, хорошо, спасибо.
Ну, как бы, пойду сейчас размечать, сверлить. Так, вы это уже... А, это у тебя просто? Нет, просто. Третье колесо будет? Ну, пока, да. Нифига себе. Вот, Андрей, давай. А вот. Я вон размечу. Сейчас заходим, да? Да, сейчас заходим. Заходят, когда? Ну да, сейчас можно, чтобы согреть. Опять не ходит. Это как все-таки было? Опять не ходит. Да. А столешницы ничего нету. Да мы слишком. Там угольником надо, наверное. Смотрим по колесу. Тут от чего? Как? Почему угольником? Ну вот так. Но. И здесь, в принципе, можно ее попробовать чуть разогнуть. Чтобы она прям. В этом месте можно? Ну. В какой чёрт, момент да? Капать? Скажите. Давай вот так сместим. Как? Вот так. А потом что будет разгибать? Она на двух сторонах идет, нет? Я думаю, что, мне кажется, она все, она не занимается. Ну все, давай, парень. Так, ну, давай, блядь, чуть-чуть. Пальцы вот куда-нибудь бери. Начинается, ну. А с этой стороны? Сейчас надо как-то это... Вы сейчас это, да, смотрите. Как нам поймать? Прямо, не прямо. Это лево, право завалить. Да? Смысл лево, право. Ну. Да, я вижу вот так. Ну эти ладно, это еще можно отрегулировать. Да, да, да. Вот это вот это стоит как бы не в центре, выше стоит. Выше? Вот, вот так вот примерно, Андрей, как держит. Ну, все, давай как лучше. Что-нибудь посмотрите, пока с нами болтаете. Ну, я считаю, что... Да, я вытащить еще. Она еще разошла. А тут что-нибудь как-то будет? Ничего? Нет, тоже ничего. Может, эти приваривают, а это потом уже здесь подбить, ну, отбить. Так, да, но... Вилка. Давай хотя бы прикапаем еще одну разочек. Нет, что, да? Нет, ну, нет. Блин, ну здесь вот. Тоже смотри, куда зазор охуенный. Че? Хуйки. Ну, нормально, но все. Давай хотя бы по разу еще. Еще, еще. Да. Че, как удобно? Ну, так, как так? Стоял, оставь. Красавчик. Ты ее тут, Миша. Да, вот так. Знаешь, что так удобнее будет? Ходить на что решили сделать батай под сюда с этой стороны батай под нет там из капсулы прочитал а нет уже велю это что выставлено не выставлено там вроде выставлено по ощущениям я так что-то не добился чисто красный а чисто красный ну да чё я думал надо чистить да. Ну капнуть-то я так капну, чтобы она хотя бы стояла. Она не ушла, не будет. Да. Так-то пятница уже, все, на. Домой пора. Че, педали не будем придумывать? А их надо лететь. А тут хоть все равно уже можно по двору погонять, да? Сейчас поесть домой, да. Найдем. Сидушку здесь все приварить. Это как в цирке, да? Нет, туда надо не сидушку, ему кол надо осинуть. Ты сатана, блин. Ну-ка, давай там делать. А ты, Андрюха, зато людей можешь лечить ядом своим. Миша, от каждого есть польза. Но какая польза от осинового кола, я не пойму только. Ну попробуй прокати ровно. Но газони, только не газуй. Потому не забывай, что прихватки. Что, ну там уже не прихватки. Вес. Пошел вес. Что-то перекос. Нет? Какой перекос? Вот перекос, тут перекос. Ваня. Колесо возьмем. Да, колесо да, вообще и в идеале, значит. Все, ёб. Ну давай, запрыгивай. Чуть-чуть кривать. Катится легко? Да это, да, подшипник я не зажал. Ну они еще и старые. Че, или попробуй доманы чуть-чуть? Чем, кого куда давить-то? Уже поздняк. Уже поздняк.
Ну, по соусу. Что нормально? Тоже ровно. Правда, они чуть-чуть получились в разных местах, но это похуй, да? Что? Ну, типа вот эти. Да. Блядь. Все одного вот так вот. Нормально, это нормально, в разные. Последний. Я не приделся. Ну, в принципе, так тоже можно гонять. Да.